Опа, 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 опа. Друзья мои, привет всем. Привет, мои друзья. Вот, приехал. Приехал, не был 2 недели, здесь я не был. Вот. Приехал. Очень скучал по этому месту, по нашему, друзья. Значит, приехал целенаправленно, поеду я на кладбище города Раменск. Раменск или Раменское, там как он называется, неважно. Вот, когда в прошлый раз мы с вами убирались там, друзья, я заметил, могилка там была. Тоже когда уже убрался, я все ходил, гулял. Могилка 2 девочек, друзья, заметил. Вот. Хочу убрать, но самое главное, мне найти эту могилу, найти надо. Я очень буду стараться ее искать. Я так территориально помню, где она находится. Мне надо будет найти ту могилу, где мы убрались с вами. Вот она как-то за ней находится, в другом ряду или через ряд. Постараюсь найти, друзья, постараюсь. Да, это макароны с тушенкой. Вчера делал специально, вечером сварил макарошек, тушеночки, раз, с собой в пакетик взял, вот. На угольках погрел, сковородочка, как вы помните, у меня здесь все лежит. Кстати, друзья, вот сколько приезжаю, ничего такого не замечал, что вот кто-то был здесь, потому что у меня и дрова, да, и дрова лежат, но я их пакетом накрываю, чтобы не мокли. Ну, вот так вот. Визуально не видно ничего, потому что у меня под лежанкой под этой, там и сковородкой, там и чай, что-то там, ну, лежит, чтобы не возить и тапки, вот у меня тут. Вот, никого не было пока никого не было, вроде никто ничего не сломал, как бы, вот так вот. Вот, ну, хотя в выходные здесь люди тусуются, как бы, должны. Я приезжаю специально в будни, друзья. Вот, сейчас уже время, обед. Сколько сейчас время, кстати? Время 2.15, я утром поработал быстренько чуть-чуть, раз на электричку сразу и поехал, вот. Уже проголодался, сейчас макарончиков поклюю чуть-чуть. Вот, макарончиков поклюю и поедем, друзья, поедем, время уже 3 часа. Вот, погода хорошая, нормальная погодка, но жарко прям вот. Вот, что еще хочу сказать, приехал на одну ночь. Но завтра планирую не с утра поехать, а где-то в обед, потому что, друзья, завтра, если нам погода с вами позволит, господи, что-то у меня какие-то мошки ползают, если погода позволит, кое-что я придумал, друзья, кое-что придумал я. Должно быть интересно, довольно-таки интересно, пока я вам говорить не буду, чтобы нам было еще интереснее с вами, да, вот. Должно быть интересно, но это если позволит погода, потому что я смотрел там что-то в интернете, они пишут, что-то завтра дождик как будто. Вот. Ну ладно. Хорошо, все, давайте, сейчас я быстренько кушаю, чаек даже пью, вот согрел чайку. Быстренько кушаю. Вот, и поедем. Я на велосипеде, вот. Как вы помните, я здесь оставляю и тент, и палаточку, прячу все там. Кустах, вот так вот. Ну, нравится мне здесь, нравится. Вот, все, друзья, давайте сейчас кушаю и поехали уже. Да, ой, друзья мои, вам такое есть нельзя, вам такое есть нельзя. 18 позади, 25 еще впереди, 10 не получится, значит буду мучиться. Если будущее бред, если будущего нет, значит я уйду сегодня, этот день меня запомнит навсегда. Навсегда. Навсегда.
этот век на плечах, и я, представьте, не зачах. Я не сторчался, не пропал, и Богу душу не отдал. Я такой же, как и ты, ты такой же, как и я. У нас похожие мечты и общие друзья. Я многое не решил, я никуда не спешил, и я не тороплюсь, возможно, в этом мой плюс. Я не богат и не крутой, не заделался звездой. Пытаюсь быть собой, просто собой. Просто собой. Во мне моя персональная война. Этот жестокий бой кончится ничьей. Каждый день ушедший словно тень, за мною по пятам, ищейкой по следам. И в чем бессильно точно я, это воспоминания. От них не спрятаться никак. Они мой самый худший враг, они мой самый лучший друг, когда печален вдруг. Когда печален. Двадцать позади, 25 еще впереди, 10 не получится, значит, будем мучиться. Друзья мои, приехал на кладбище. Вот, вот могилка, которую мы убирали, помните, да? Вот здесь последний раз мы убирались, там еще без вести пропавшая девушка была, да? Без вести пропавшая. Вот. Сейчас я пойду искать ту могилу, которую я планирую брать, друзья. Главное найти, главное найти. Друзья, друзья, все, нашел, нашел. Минут 15 походил, нашел. Вот это захоронение. Сейчас будем убираться. Вот. Здесь не только две девочки похоронены, ну, еще захоронение есть. Все, сейчас я вам покажу так поближе и будем убираться, друзья. Работы много здесь, хочу вам сказать, друзья. Работы много. Друзья, ну что я хочу вам сказать. Вот потихонечку, потихонечку, а дело-то идет. Идет, вон уже сколько выгреб мусора. Вот. Сейчас потихонечку, потихонечку, да, уберемся. Много-много мусора, много и земли такой, много вот этого перегноя, знаете. Но хорошо, что он сухой, не мокрый. Да. Могилка заброшенная, заброшенные не убираются.
Но такие пластиковые цветочки там вот есть. Там есть кран, если вы помните. Помните, кто-то включил, оставил воду. Я их, наверное, помою, эти цветочки, и поставим, чтобы красиво было. Так, ну что, вот, друзья, смотрите, все, я оттуда выгреб. Вот, всю уже землю последнюю. Че, вот тут сейчас проходик, в принципе. Проходик обязательно надо. Потому что он весь в мусоре. И вот сюда кто-то сгребал мусор. Кто-то убирал. И вот сюда сгребал. Ну ничего, мы уберемся. Нормально будет, все красиво. Фу-фу-фу, друзья. Фу. Это самое. Наглотался пыли этой. Земли наглотался. Вообще. Опять что-то у меня с речью. Так, ну ладно, все, вот, друзья, вот так вот. Сейчас я понесу это. Ой-ой-ой. Оп! А, нормально вроде донесу. Ой, ребята, вынес мусор. Блин, это пипец. Во-первых, тяжелый. Еще идти очень далеко. Вот прям. Я вот только отошел оттуда, от этой помойки. Мне еще идти. И пакет еще порвался. Вот эта вся земля на меня вся высыпалась. Блин, это пипец, короче. Ну классно, они сделали здесь, вот на этом кладбище, вот такой кран большой с шлангом. Открываешь, и вода прям течет очень круто. Я прям весь умылся, весь чистенький. Если видно, вот я мокрый. Блин, прям классно. А то так сейчас весь, ну реально весь в земле прям. Вот так. Сейчас будем памятники чистить. Да, там они прям такие заросшие все. Друзья, вот первый памятник, первое захоронение. Скрябин Виктор Алексеевич, 18.03.1926 года рождения и 4.10.1998 он умер. Помним, любим. Внизу надпись. Тер я этот памятник, не могу я его до белого прям. Вот, мужчинка здесь у нас похоронен. Давайте дальше смотреть, друзья. Вот, читаем, друзья. Вот девчонки, вот девочки, вот. Скрябины. Значит, Рима. 03.10.37. Я так понял, 37-й год рождения, друзья. Умерла 18.08.54. Это 17 лет получается, да? 14, да, 17 лет ребенок. Вот, и здесь Катюша. 05.10.39 умерла, друзья. 02.02.44, друзья, 44 года. Это получается 5 лет всего было, друзья, 5 лет. Спите спокойно, дорогие дети, папа, мама. Ой-ой-ой, друзья, ой-ой-ой. Да, не зря приехал, позвали меня, позвали. Приехал, убрался. Прям ой-ой-ой. Все, убрались у вас. Ой. Блин, вообще такие маленькие прям. Да, 44-й год. Хорошо, друзья, давайте дальше. Вот еще одно захоронение. Давайте дальше смотреть. Ребята, тут неудобно мне. Могилка маленькая такая. Ну вот третья. Сейчас я на коленке вот так вот встану. Вот третье захоронение. Скрябины.
А фамилия все та же идет, фамилия. Алексей Егорович. 1904-1975. И Анна Михайловна. Да. Анна Михайловна, да. 1906 и 82 году она умерла. Друзья, это муж с женой, я так понял. И, друзья, вот это, значит, родители девочки, девочек. Ее ж тут на коленках, что так получше видно. И это получается, я так понимаю, друзья, родители вот девчонок-то, да. О, не уберегли, не уберегли, но уж винить тоже нельзя, да. Мы не знаем, как это случилось, почему, друзья. Да, прям вот мне так вот прям, ну, жалко очень, жалко мне прям так на душе стало, знаете, так сжалось что-то у меня там. Ну ладно, приехали, вот приехали, убрались у целой семьи, друзья. Это вот мужчина тот, я не знаю уж, кем приходится, но это точно, это родители девчонок. Вот, приехали, убрались к вам. Спасибо, что позволили у вас убраться. То у вас не убираются. Сейчас еще вот эти цветочки, друзья, поставим. Они были тут. Все вроде такие нормальные. Ну вот, дорогие друзья, не зря приехал, все, убрались мы с вами. Вот, вспомнили мы с вами 5 душ, 5 захоронений там получается. Вот, ну все, я собираюсь и еду в лагерь. Ребята, все, доехал я до лагеря. Ехал, нормальная погода была. Уже сюда, когда подъезжал, там поле проезжаешь. Вдалеке, очень-очень далеко, где-то вообще в другом районе. Видно было, что прям, блин, гроза. Короче, приехал сюда, только костерчик разжег, и все прям сейчас адски потемнело, прям темно стало. Хорошо, что я успел костер разжечь. Слышите, да? Гремит гром, друзья, гремит гром. Будет адский дождь, по-любому все вурдалаки и ведьмы собрались здесь, в этом районе. Сейчас будет у них тут пирушка, наверное. Вот, ну правда, друзья, вот смотрел я по прогнозу, да. Завтра вот именно в этом районе обещаются дожди. Ну, так прям потемнело, прям так страшно стало, прям реально. Вот, ну ладно. Я буду надеяться, друзья, что вот ночью, пускай ночью дождик польет всю ночь, прям пусть льет. А утром была бы хорошая погода. Или может мимо обойдет, ну мимо не обойдет, прям, ну, прям сверкает надо мной, прям молния. И гром гремит. Вот. Ну что, пока еще дождик не начался, давайте поговорим чуть-чуть, да. Хорошо сегодня съездили, хорошая поездочка была, убрались, да, семья целая там захоронена. Хорошее дело сделали, на самом деле, не зря поехал. Блин, сверкает прям в небе вообще. Вот. Ну ладно. Значит, что еще? Я уже начинаю думать, задумываться, и в комментарии написали, я забыл, кто написал. Что зимой, типа, будем делать? Что будем делать зимой, друзья? Вот, давайте, надо решать этот вопрос, я не знаю. Но, вот какая у нас зима была, да? Вот какая была зима? У нас всю зиму было плюс 10, друзья. Был дождь, была слякоть, на улице было тепло. Я не помню, там холода были какие-то, не помню.
мне кажется, что даже и снега-то не было. Кто в Москве живет, напишите. Вот, если есть кто-то из людей, кто смотрит наш канал. Вот. Ну вот как было, вот какая зима была, да, я бы в такую зиму мог бы, наверное, убираться. А вот так не знаю, друзья, вот что делать, что мы будем с вами делать зимой. Давайте-то решать вместе вопрос, да, у нас как бы одно дело с вами. На меня как бы тоже все, не взваливайте, пожалуйста. Давайте решим. Можно тоже как-то можно убираться, да. Вот. Так что давайте в комментариях пишите, что-нибудь давайте думать, у кого какие мысли есть, что делать, убираться, как. Вот. Или будем какие-то вот неплановые видео снимать, там, может, буду про питание, какие-то лекции по физической культуре рассказывать, видео снимать. Ну, буду делать, эта тема интересна, это по-любому тоже будем разговаривать на эту тему. Вот. Друзья, что-то так вообще потемнело, я прям вообще тут в аду как будто нахожусь. Но, кстати, я когда приехал, я вот так проходил, смотрю, вот дождик чуть-чуть капал. Тент был мокрый, с той стороны капли были. Во, пошел. Пошел дождь. Сейчас я вас куда-нибудь перенесу. Вот так вот, наверное, будет. Ну вот, друзья, нормально, да, видно? Вот все, полил дождь, друзья, полил. Сейчас у меня там уголечки. Я сейчас еще макарончики поел. У меня еще остались макароны. Вот. Вот так вот. Давайте я сейчас покушаю, друзья, сейчас покушаю. И еще поговорим. Друзья, привет еще раз, с вами Антон. Извините за качество, потому что здесь темно, и что-то лучшего добиться я, короче, не могу. Произошло что-то невероятное, друзья, это просто, я просто обделался, я испугался вообще. Ну, как испугался, ну, неприятно. Пошел резко очень сильный дождь. Прям очень сильный. И этот дождик сопровождала гроза, и гром сопровождал этот дождь тоже. Вот, и очень сильно это все происходило. Гроза, то есть там даже деревья трещали, как долбанет, блин. Я под этим тентом, тент, друзья, мой бедный тент по швам капать начал весь, вообще, я клянусь. По швам капать, он там... Не должен так делать вообще. Ну, настолько был сильный дождь, что он прям капал даже. И я промок. У меня там я костер развел. Да хорошо, что я вот тент натянул над костром. Блин, и хорошо, что у меня дрова есть. Просто я как чувствовал. Дрова у меня всегда там были. Вот. Как я промок? Это, значит, у меня была веревка натянута между деревьями. И она как бы чуть-чуть неправильная, и в тенте собирался такой шар воды, и это все текло, и прямо на палатку мне вот сюда. Ой, и мне пришлось эту веревку, короче, это, отвязывать. А это мне надо выходить, а дождик, я промок, кофта там, все штаны, кроссовки вообще там просто в воде. Там я разжег костер, повесил вещи сушиться, все прям как четко я, как Робинзон. Вот, но, друзья, что-то не ожидал я, и вообще не очень мне понравилось, вообще, это не круто. Такой сильный дождик, это вообще просто, ну, некомфортно я себя чувствовал, правда. Я могу сделать так. У меня такая штучка есть, я купил в метро, дядька продавал фонарик, говорит, на, вот 100 рублей тебе, пожалуйста. Я купил, вот, прям... Пригодилось вообще. Вот. Вот так вот, короче, бывает. Я не знаю, вообще не круто. Мне не понравилось. Еще я с этими макаронами же еще. Елки-палки. У меня эти макароны, сковородки, я на стол. Там дождь идет, но не промокли. Я их там потом поел. Остыли, конечно, пока я тут это все делал.
Ну, сильный был, около часа он лил, около часа комары у меня тут в палатке. Сейчас вот чуть-чуть покапывает, все равно слышно, наверное. Вот, ну вот так, друзья. Я надеюсь, что вот он пролил, и все, завтра мы встанем с вами, и солнышко будет. И мы будем кое-что делать. Посмотрим. Я надеюсь, я буду надеяться. Вот. Что у нас по плану? Ну все, в принципе, я-то все сказал. Насчет зимы, да, давайте думаем насчет зимы. Что мы будем делать с вами? Вот. Такие дела. Что еще рассказать? А давайте я вам, кстати, друзья мои, расскажу про вот как название канала. Откуда взялось название канала «Твоя душа». Сейчас расскажу. Я люблю татуировки. Рисовать на теле – это круто, мне нравится. Вот. И я люблю очень фильмы, ну, не очень прям, но я люблю некоторые, вот у меня есть определенные фильмы ужасов, которые я просто обожаю. Вот, они про, вот там, про дьяволов, там вот про вот эту все тему. Мой любимый фильм – это «Заклятие», это просто шедевр. Он настолько страшен, что прям вообще там подпрыгиваешь, одеяло у тебя подлетает просто до потолка. Он реально страшный, можно посмотреть, кто не смотрел, кто любит, ну, как бы, вот, посмотрите, «Заклятие» вообще. То есть вот, как бы, «Астрал» еще фильм, тоже он просто, ну, вот «Заклятие», оно просто классное. И там несколько частей, вот. И кто смотрел вот эти все фильмы про дьяволов, про изгоняющие дьявола, там вот это все. И там везде встречаются такие моменты, когда, ну, какой-то герой какой-то, да, спрашивает у дьявола, что тебе надо. Ну, типа, что тебе нужно. И вот как бы вот этот дьявол, да, ему как бы отвечает, типа, мне нужна твоя душа. Ну, типа, вот такая телега вообще, ну, прикольно. На самом деле это, ну, мне нужна твоя душа. Ну, и вот я вот люблю как бы такой фильм, и вот я себе хотел сделать татуировку такую, типа, твоя душа. А потом только потом, когда я начал делать канал... Я уже определился, все, канал снимать буду, все, будем вот это делать, дело хорошее, доброе, да. И я прям, как назвать канал? Твоя душа. Все, прямо родилось название, прям, вот. Так что вот это название, на самом деле, да, не это прямо что-то, вот, твоя душа. То есть, ну, как бы, да, лежит в этом то, что, как бы, вот, твоя душа, да, но вот изначально, как бы, да, можешь сейчас таки подумать, ё-моё, это же плохо, там дьявол, вот, как бы, ну, это вот, как бы, вот такое, да, грубо говоря. Так что, друзья, я вам рассказал, откуда у нас, так что, немножко тут страшно должно быть. Посмотрите «Заклятие», все, ну, это же все кино, как бы, да, грубо говоря, это все, чтобы там поднять какие-то там адреналинчику. Ну, мне нравятся фильмы, только классные фильмы, не просто там какие-то там, а вот именно он, ну, посмотрите. Вот, друзья, ладно, я уже устал, сейчас уже время 10:11, друзья, час. Я буду спать, ложиться, все, у меня тут все есть, мой этот спальный мешок -30, там. Кстати, потом как-нибудь расскажу про этот мешок, как он там вообще классный, спальный мешок просто офигенный. Вот, будем надеяться, комары, ё-моё, они меня ночью закусают. Будем надеяться, что дождика не утром не будет. И будем надеяться, что у меня там вещи не сгорят. У меня там панамка, кроссовки, штаны. У меня хорошо, вот тренировочные штаны я с собой взял, да, я те штаны раз повесил, и тренировочный одел у меня есть с собой. Вот, а кофта как раз вот от них, от этого тренировочного костюма, висит там. Но у меня есть еще куртка. Анорак у меня есть. Да. Так что вот как-то я взял специально.
Все, друзья, ладненько, давайте тогда будем спать ложиться. Я уж спать хочу. Встал-то я во сколько? На часов 7 сегодня. Ну да, без 15. Вот, очень много дел сделали, устал я чуть-чуть. Поел хоть макарошки, поел на ночь, да, нормально на ночь макароны-то покушать. Вот, все, друзья, спокойной ночи. Ложусь я спать. Увидимся, друзья, во второй серии. Пока. Пум. Пока. А где мне взять такую песню? И о любви, и о судьбе. Догадался, что это песня о тебе, да чтоб никто не догадался, да чтоб никто не догадался, что это песня о тебе, что это. Свету летела, кого-то за сердце взяла, кого-то в рощу заманила, кого-то в поле увела, кого-то в рощу заманила, кого-то в рощу. Love.